19, Гордаев Тимофей, 9, Кабулев Никита, 10, Татков Максим, 8, Рацов Данил, 5, Ильинцев Иван, 11, Матюхин Максим, 34, Морозов Никита, 7, Матюшев Кринер, 24, Памасов Павел, 16, Харитонов Артем, 2, Тиснатулин Руслан, 13, Шихалыев Аранина, 36, Черкасов Лев, Шугин Егор, 31. Состав команды «Спартак». Василий Евгений, 7, Лисяченко Мартин, 21, Джабава Ралана, 35, Епишев Ахим, 8, Зайнин Аслан, 22, Чужая Федор, 20, Осипов Егор, 3, Синафонков Егор, Протекур Аджан, 19, Мельник Дмитрий, 16, Павленко Ильин, 17, Курчей Федор, 2, Степанов Егор, 10, Сесоев Егор, 25, Артуев Альберт, 12, Цветов Бахтан, 6, Шабун Артем, 27. Yeah.
Go, go, go.
Да,
Браво! Юлиф Андрей, 23-й, открывает счет по числам Андрея Спартак. Счет на счет 1-0 в пользу команды Динамо. Давай, 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 давай
Yeah.
Thank you.
Ворота, Тима! Один! 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 Один!
Я считал, что никто не ждется.
Артём, ну идёт, зачем ты туда бежишь? Развернись, не получай. Thank you.
Ближе, ближе, ближе.
Знаешь, знаешь, знаешь.